Томографы – аппараты, позволяющие заглянуть внутрь человека. Благодаря им врачи видят все до мелочей. Производительность и точность – характеристики, которыми обладает новая техника в больнице скорой медицинской помощи. Они сократят время установки диагноза, тем самым улучшат качество оказания помощи. Благодаря новому оборудованию можно будет проводить диагностику любых болезней – от травм до опухолей. Ранее такие исследования были доступны в Брестской областной и Центральной городской больницах, а также в онкологическом диспансере. Идет сбор разрешительной документации на аппарата, который является источником ионизирующего излучения, потому что все должно соответствовать нашим строгим нормам радиационной безопасности. То есть эксплуатация планируется где-то в апреле. В настоящее время идут сборочные работы, одновременно с ними проходит обучение персонала. Аппараты приобретены Министерством здравоохранения за счет республиканского бюджета. Стоимость томографов – 3 миллиона 800 тысяч евро. Цена, конечно, немалая, но это прямые инвестиции в здоровье и очередной шаг на пути к высоким технологиям. Томографы имеют ряд особенностей и преимуществ. Позволит на более высокий уровень поднять диагностику различных заболеваний не только пациентов нашего учреждения, но и пациентов всего города. То есть это, опять же, у нас и существуют очереди на КТ, это их уменьшит. Кроме внедрения передовых технологий сканирования, в настоящее время продолжаются ремонтные работы по пристройке административно-бытового корпуса Брестской городской больницы скорой медицинской помощи. Здесь будет изменено движение автомобилей скорой помощи, поменяется и трафик транспортировки пациентов. Все это строители планируют завершить ко дню города.